В соответствии с постановлением правительства Ярославской области от 17 апреля 2024 года номер 471 об открытии навигации для плавания на маломерных судах, расположенных на территории Ярославской области, правительство области постановило открыть навигацию для плавания на маломерных судах с 20 апреля 2024 года. Установить, что при использовании на водных объектах для плавания на маломерных судах запрещается плавание с использованием двигателя на нерестовых участках, указанных в приложении номер 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 года номер 695 об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, за исключением случаев, указанных в пункте 3, в периоды с открытия навигации и до 2 июня 2024 года на нерестовых участках, расположенных на Рыбинском водохранилище, со всеми притоками в пределах административных границ Ярославской области. С открытия навигации и до 11 июня 2024 года на нерестовых участках, расположенных на Угличском водохранилище и его притоках в пределах административных границ Ярославской области. Границы патрулирований Угличского участка начинаются от села Прилуки Угличского муниципального района до поселка Глебово Мышкинского муниципального района, с заходом в малые реки и заливы. Большое внимание в 2024 году уделяется совместным патрулированием и рейдам с представителями административной комиссии, а также с сотрудниками ОМВД, с проверкой всех баз, стоянок для маломерных судов и пляжей. Владельцы водных объектов обязаны иметь все необходимые разрешительные документы на право их пользования. Что касается судоводителей, им необходимо провести сверку судовых документов. Будет не лишним напомнить судовладельцам проверить укомплектованность своих судов всем необходимым оборудованием и спасательными средствами. По всем возникающим вопросам обращайтесь в инспекторский участок ГИМС города Углича по телефону 560-04.